завтраками всегда нас кормят. То есть завтра, через месяц. Жить обещаниями, а не в своей квартире. Ждать новой даты сдачи своего дома дольщики жилого комплекса «Острова» уже устали. Сроки по договору истекли еще в 2016 году. 31 мая. Как бы тут уже и 17-й год прошел. Устали ждать? Нет. Ну, конечно, сколько можно ждать-то? У меня договор от 22 декабря. Мы сейчас все живем на съемных квартирах. Получается, мы платим ипотеку, платим за съемное жилье, а нашего жилья так и нет. У всех дольщиков жилье в коммерческой ипотеке сроки сдачи переносились неоднократно. 25 февраля, 25 марта, давайте до апреля подождем. Все спокойно ждем вроде как, апрель опять нет. Мая уже наступила, опять нет. Внешний дом вроде бы готов, но в последний раз свои квартиры дольщиков пускали в январе. Они писали заявление на устранение недочетов, но с тех пор ни ключей, ни новых визитов. Теперь уже визиты к руководству и снова к отделу продаж. Здесь пытаются успокоить. Говорят, на территории были эксперты Госстройнадзора. В начале июня комиссия даст свое заключение. И до 26 июня, там 10 рабочих дней идет промежуток, до 26 июня будет получено разрешение в эту эксплуатацию. Извините. Что? Сказали без комментариев. Но вот документы, которые были отправлены Госстройнадзору, мы так и не увидели. Свои новые сроки застройщик подтвердить отказался. Застройщик говорит, июнь месяц, 10 июня, так же было и в апреле месяце. В своем острове ожидания дольщики пока одиноки, поэтому надеются, что о них услышат в администрации города, чтобы был контроль извне. Ведь застройщику уже не верят. Фундамент доверия давно дал трещину. Альбина Минибаева, Марат Сайдгараев, ТНВ, Казань.